Всем привет, с вами Геленджик Лайф, мы продолжаем свои видеоблоги про город Геленджик, и сегодня у нас семейная прогулка по набережной. Сейчас Вика с Вадиком перейдут дорогу, я еду на велосипеде, они едут на самокатах. Сейчас я вот увеличу, покажу. Вот они ждут. Спускаемся к набережной. Здесь мы уже 1000 раз проходили. Это наша любимая дорожка. Особенно вниз, с горки. Очень классно. Может даже особо не париться. Но вверх, конечно, тяжеловато. Особенно если уже уставший после прогулки. Да, как бы тяжеловато немножко подниматься. Здесь уже видите, здесь намного затруднено движение. Народу намного больше. Вот. И в целом здесь нужно только не зевать. Скорость большую развить здесь невозможно, потому что можно врезаться в людей. Люди особо не смотрят на велосипедную дорожку, они ходят прям по ней. Мы устали. Так, передышка, да? Давай, Клавочка, подъезжай. Устал? Хочешь на велике поедь? Нет? Ну что, как вам прогулка? Впечатление, может, вы ей расскажете? А? Понятно все. Поехали дальше. Интересно, тоже аттракцион сейчас покажу. Смотрите. Напор очень сильный. Вообще, гуляя по набережной, такое ощущение складывается, как будто ты очутился где-то в июне, в июле. Потому что, когда мы гуляли, выходили с семьей по набережной, очень много народу, прям вот вперед смотришь, когда прям вот голову к голову, да. Такое ощущение, как будто пик сезона. И сейчас, по сути, то же самое. Я понимаю, конечно, сейчас сентябрь, там как бы еще тепло, и море теплое, и классно все. Но народу сейчас реально в Геленджике очень много. Это ощущается. Мы идем сейчас не по центральной части набережной, а находимся мы сейчас ближе. Впереди будет сейчас Сосновая роща, пансионат Кавказ. Вот, поэтому вот слева от меня будет сейчас находиться парк аттракционов. Вот, но как бы здесь не такая часть, не настолько много здесь обычно народу бывает. Я могу представить, сколько сейчас в центре людей. Вот вам Солнечный берег, пляж. Отошли мы уже. Находимся мы у пансионата Солнечный берег, и тут играет один из вариантов анаконды. Так, а он с ними? А? Он же от них ушел, видать.
Спасибо.